Эй, всем привет, друзья! С вами Крис, вы на канале Крис Плюс Плей. И сегодня мы начинаем Prison Simulator Prologue. Короче, игра о том, как мы будем играть в этой тюрьме за, либо, я так понимаю, сидельцы, либо за надзирателями. Вот, и будем плавненько, аккуратненько проходить эту игру за каждого из них. Все настройки я уже здесь выставил. Давайте тогда начинать. Добавить список желаний. Так, новая игра. Новая игра. Уровень у нас будет... Так, подождите, серийный. Простой. Здоровье заключенных. Сила НКП 20%. Количество боеприпасов 200%. Так, сержант. Здоровье заключенных. Сила НКП 40%. Количество боеприпасов 150%. Капитан. Здоровье заключенных. Сила НКП 80%. Количество боеприпасов 100%. Давайте за сержанта пройдем. Не будем выебываться с этим капитаном и всем остальным, пока непонятно, что нас ждет. Вот, начинаем за сержанта. А там уже посмотрим. Начало. Креатор заключенных. Добро пожаловать в креатор заключенных. Здесь ты можешь выбрать внешний вид для своих первых осужденных. Заебок. Так, справа найдешь опции для изменения имени, фамилии и голоса заключенных. Хорошо. Также справа можно настроить тело заключенного, цвет лица и оттенок кожи. Когда он будет готов, нажми «Подтвердить». Если ты не хочешь выбирать, как должен выглядеть заключенный, нажми «Случайный», а затем «Подтвердить». Твой заключенный получит случайное имя, внешний вид и голос. Хорошо. Не нужно создавать каждого заключенного вручную. Кнопка «Случайно» позволяет рандомизировать внешний вид, голос и имя всех заключенных одновременно, но не будет перемещать те, которые ты уже одобрил. Хорошо. Ты все еще можешь изменить созданного заключенного, нажав на его имя в списке. Не забудь нажать кнопку «Подтвердить». Когда закончишь настройку заключенного, нажми «Дальше» по завершении процесса. Хорошо. Так, ничего мы создавать не будем. Выберем все. Пусть он сам подберет, да, выберем все случайно. Ебануться может. Так, же. Какой-то китаец, да, какой-то? Роберт Люс. Альберт Иванович, Брюс Уикернес, Джим Родригес. Это такой же есть. Вот он. Такой, да? Просто с татуировками. Ага, а, хорошо. Ну ладно, заполняем. Все, кто есть. Альберт Иванович, Ричард Иванович, вы что, братья что ли? Да, похоже на братанов, братаны. Выбор голоса. Так, это разыгрывать. Че, выберите кожу, ничего не хочу. Закончить, перетасовать с другими. Все, все случайно, видите, все заебок. Закончить, закончили. Так, в реаторе, начало креатор банда. В креаторе банды ты выбираешь заключенных, которые войдут в каждую из трех банд. Для каждой банды можно выбрать символ. Нажми на значок «плюс» и выбери один из доступных символов. Введите имя банды до 16 символов в поле под символом. Ты можешь добавлять заключенных в каждую банду по своему усмотрению. Минимум 3, максимум 5 заключенных на банду. Кнопка «Случайно» распределит заключенных между самими бандами и нарисует символ, если он не выбран. Хорошо. Так, добавить. Чисто будем вот так вот на шару выбирать, да? Какая нам нахер разница? Сделаем поровну. Сюда. 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 Сколько у нас там? 16, по-моему, да, их? Bears. Foxes. Squirrels. Белки. Лисы. И медведи. При этом знаки у вас. Лев. Олень. И хуй пойми что. Вот такой знак. Хуй пойми что. Так, а нет, нихуя у нас... Типа, да, а, ну значит надо по 5, одному 6, да, так сделаем. Ну что, примерно равненькие были у них банды. А нет, вот видишь, по 5, и один у нас будет, видать, вне банды. Перетасовать. Ну, блять, название не соответствует вообще. Пусть будут... Mad Dogs какой-нибудь, да, давайте когда здесь у нас, ну, типа собака, пусть будет что-то связанное с собаками, типа бешеные псы. Тут у нас, ептить, это что такое вообще? Это что за хрень? Типа, Crazy Wolves, да? Да, заебокать? Crazy Wolves. Понимаешь, что это означает? Сумасшедшие волки. А тут у нас будет, ну, хуй с ним, раз медведи, то пусть будет... Блять, медведей нет. А медведей здесь нету. Типа...
Flame Snakes, да? Хуй с ним. Flame Snakes. Огненные змеи. Все, окей, погнали. Все, выбрали, закончить. У нас, короче, три банды. В каждой по 5 человек. И что дальше будет, непонятно. Так, добро пожаловать. Добро пожаловать в тюремный симулятор «Пролог». Игра находится в производстве, поэтому механика и окончательный дизайн могут измениться в будущем. Кроме этого, есть возможность столкнуться с ошибками. Чтобы отслеживать изменения или сообщать об ошибках, присоединяйтесь к нашему серверу Discord. Окей. Ваша главная задача – выполнить заданные вам на день действия. Проверьте из их список в дневник по умолчанию ТТР. Отвечайте на плохое... Выполнить заданные вам на день действия. Окей. Отвечайте на плохое поведение заключенных разговорами или силой во время работы, а также отдыхайте в перерывах между рутинами. Окей. Большинство ваших действий оцениваются другими охранниками и заключенными, что влияет на ваш уровень уважения. Общий уровень уважения, нижний левый угол экрана, состоит из средней величины ваших индивидуальных отношений с заключенными или охранниками. Вы узнаете больше об этой статистике во время игры. Ага, в свободное время вы можете расслабиться, играя в мини-игры или выполняя побочные задания. В будущем будет проводиться больше мероприятий. Окей, хорошо. Так, блин, чем-то это напоминает какой-то Doom, знаешь? Старый такой Doom, Doom. Так, введение, поговори с охранником. Интересно, когда будет повышение. Так, поговорить это Е, окей. Прибыл на службу. Ну, говори. А, типа я выбираю. Расслабьтесь, зовите меня Ричард. Мы на службе, но не так уж сильно придерживаемся званий. Хорошо. И чё? Продолжать. А, типа Space. Как вы, боитесь первого рабочего дня? Да ничего не боюсь. Чего я должен бояться-то? Работа такая, у меня оружие есть. Знал, на что иду. Нормально, короче, все нормально. Отлично, бояться нечего, это спокойная работа. Кстати, в первый рабочий день у всех была встреча с начальником, и вас это тоже ждет. Вы знаете, где находится его офис? Не совсем. Проверьте карту, я уже давал вам ее. Думаю, да, она должна быть под мягким знаком, типа это М, да? Хорошо. Или что? Или вы что-то изменили в настройках, в таком случае вам придется искать ее самостоятельно. Но с другой стороны, я отведу тебя туда. Я понял, хорошо, давай. Так, кстати, вы присоединились к команде в нестабильный момент. Берегите себя и будьте внимательны к заключенным. Что у него, блять, с речью? На каком языке он, сука, разговаривает? Это английский, что ли, такой у тебя, или что это? Между нами говоря, в тюрьме что-то происходит, я не знаю, что именно, но будьте осторожны. Ладно, хватит, пошли, давай, и за мной. Ну, погнали. Погнали. Ебануться. Тюрьма, да? Это тюрьма. Employees for the months. Работники месяца. Хорошо. Никого там нет? Так, я где? Я, блядь, потерялся, подожди. Сюда. Ага. Офис начальника тюрьмы. Здесь все в порядке. Так, говорите. Новое, как я рад вас видеть, как вам здесь нравится. Как вам здесь нравится? Это типа, как вам здесь нравится? Сука, знаки препинания ставить надо же, конечно, блядь, не забывать. В текст, ебаный в рот. Типа, да, очень, ну, я не знаю. Значит, вам это нравится. Это хорошо, но не всем нравится такая работа. Скажем так, новички по-разному реагируют, когда начинают здесь работать. Продолжение. О чем я говорил? Ты говорил, как обстоят дела в тюрьме. Она очень хорошая, честно говоря, у нас удачный удар. Чего? Удачный удар? Высокие субсидии, заключенные спокойные, довольные, вам не о чем беспокоиться. Какие у вас обязанности? Какие у меня обязанности? У вас будет много дел, но давайте начнем с того, что вы делаете сегодня. Давайте я посмотрю документы, сегодня у вас более длинная смена. Итак, утром прибыл новый заключенный, позаботьтесь о нем, проверьте все документы, отпечатки пальцев, удостоверения, данные, все что сможете. Если все в порядке, отпустите его в камеру. Так, проверить документы, отпечатки пальцев, удостоверения, данные, окей? Далее подкараульте парней во дворе в блоке B. Могут быть настоящие беспорядки, так что будьте осторожны. После обеда приходит новая посылка от семей заключенных. Проверьте их, вы даже не знаете, что их жены могут пронести контрабандой. Окей, понимаю. Не перебивайте меня. Наконец, отберите несколько заключенных для работы в мастерской и проследите, чтобы они не валяли дурака. Сейчас нам нужна каждая копейка, чтобы отремонтировать тюрьму и купить новое оборудование. Сделайте перерыв, выпейте кофе, позанимайтесь с ребятами в спортзале или поднимите что-нибудь. Это все? Я бы забыл.
После обеда подойдите к ребятам в комнате охраны. Они научат тебя некоторым хитростям, которые стоит знать на работе здесь. Ладно, вы можете идти, у вас много дел. Заебок, задача выполнена. Все, охуенно, я выполнил свою задачу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, идем, короче, пошли, погнали, побежали. Поскакали, попрыгали. Куда нам? 32 метра. Это куда? Это куда? Карта М. А вот наша тюрьма. А вот наша тюрьма. Как здесь увеличивать? Задание. Введение в курс дела заключенных. Свободное время, тюремная прогулка. Куда мне идти-то? 34. Типа обратно вот сюда? Ага, вот сюда. Как мне туда выйти? Как мне сюда выйти? А, вот так, хорошо, понятно. Дверь. Так, рутина. Прием новых заключенных. Чтобы начать принимать новых заключенных, позови ожидающего с помощью микрофона по умолчанию У. Ага, это типа использовать Е. Понятно. Проверь отпечатки пальцев нового заключенного, имя и идентификационный номер. Если все в порядке, одобри документ. В противном случае отклони запрос и вызови охрану с помощью микрофона. Хорошо. Обыскай. Обыскай. Как тебе русский язык? Обыскай. Разрешенные личные вещи заключенного. Обыщи тогда уж, блядь. Возьми список и перейди по всем пунктам. Не забудь обыскать и самого заключенного. После поиска передай заключенному основное оборудование. По умолчанию У. Вызови охранника с помощью микрофона, чтобы направить нового заключенного в назначенный блок. Подтверждаю. Окей, хорошо. Значит, вот здесь у нас пульт. Так, пульт такой. Принять, взять трубку, отклонить, взять трубку. Это типа вещи, которые ему выдать надо будет, да? Читаем. Remember, before approving a new inmate, check his ID and fingerprints. Короче, напоминание. Перед тем, как одобрить нового заключенного, проверьте его документы и снимите отпечатки пальцев. Проверьте его личные вещи, обыщите его. Только после этого заключенный может получить основные свои вот вещи. Ну там одежда, все дела. Так, ага. Хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давайте, я принимаю. Е. Ну типа я нажал, и чё? Прием заключенных. Иди к столу, затем с помощью микрофона вызови нового заключенного. Типа. Ага, а, ну все, вызываем. Вот так. Ну я вызываю. Где ты, блядь, заключенный? А, вот сюда. Иди сюда, блядь. Встать, стоять смирно, нахуй, не двигаться. Прием заключенных. Возьми документы заключенного на жаху. Хорошо. Документы, блядь. Добро пожаловать. Давай документы, блядь. Заебал. Добро пожаловать. Какие-то проблемы? Нет, я просто поздороваюсь. Это законно, не так ли? Блядь. Уже какой-то сложный типос. Типос. Чтобы я отдал за глоток хорошего кофе. Введение в курс дела заключенных. Проверьте бумаги заключенного. Как проходит ваш день? Хорошо, спасибо. Документы мне, блядь, свои дай. Давай так, ага. Что это за маги? Так, контрабанда, мультифруктовый сок. Статус легальный, стоимость $14. Типа, ну если он легальный, это оставим, конечно. Почему нет? Общая подсказка. Обезопасить означает, что ты конфискуешь вещь от имени тюрьмы. Взять означает, что ты берешь вещь для себя. Оставить оставляет. Что оставить? Оставляет вещь там, где она была найдена. Каждый выбор имеет свои возможные последствия. Окей, хорошо, если взять, то для себя. Если обезопасить, то это от имени тюрьмы. Хорошо. Кто это у меня? Джошуа Уайт? Джошуа Уайт. А, вот, документы. Тогда так. Сравни данные и отпечатки пальцев, взятые полицией и непосредственно перед отправкой в тюрьму. Хорошо. Ну, давай, я понял. Так, первое. Проверь отпечатки пальцев по контрольным отпечаткам. Проверь правильность имен на листках с отпечатками пальцев. Проверь правильность идентификационного номера на листках с отпечатками пальцев. Джошуа Уайт, дата рождения 73-й год, мужчина, идентификационный номер, так, американец. Джошуа Уайт. Типа, и как я должен это сравнить? Заключенный, назначенный на блок. А, Б. Типа, здесь не выбирается. Преступление убийства. Срок наказания 19 лет. Блок А. Номер. Ага.
Ну, типа, да, похожие. Как еще их можно сравнить, да? Ну, вот так и сравниваешь, да. Ну, ладно, хорошо. Хорошо. Взять папку, взять трубку, чё? Как мне сравнить, что здесь надо нажать? Нажать Е, отложить папку. Типа, accept. Подожди, поговорить, ля-ля-ля. Ну, ага, так, взять, Е, использовать, что это, разрешенные предметы. Дезодорант, книга, вишневые конфеты. Типа, общая подсказка. Удерживая левую кнопку мыши, перемести мышь, чтобы повернуть проверяемый... А, можно вращать. Предмет. Когда заметишь что-то странное, используй курсор и нажми на него с помощью левой кнопки мыши. Ну, это книга, там могут быть между страниц какие-нибудь, да? Я типа должен здесь что-то заметить и нажать левой кнопкой мыши. Почему она не открывается, я не понимаю. А, подожди, вот можно открыть. Правой кнопкой мыши она открывается. Ага, хорошо. Хорошо. Тут что? Обычно зашивают куда-нибудь вот сюда. Он просто за убийство сидит. Вряд ли он такой чистенький должен сюда пройти. И наверняка у него что-то еще есть. Но! Мне ничего не открыть. Типа. Когда найдешь что-то подозрительное, нажми на это с помощью курсора и левой кнопки мыши. Курсор, ага. И что здесь подозрительного? Нету здесь нихуя. Ну и как бы, я бы вот открыл вот эту закладку, или просто к странице, но он не хочет. Понимаешь, он не хочет. Давай дальше. Так, подсказки. Нажать, взять контрабанду, придержать и двигаться. Повернуть предмет, открыть предмет, Е, ага, хорошо, положить предмет. Ладно, давай вот это. Nutrition facts. Это типа вишневые конфетки, да? Сука, как их высыпать? Как их высыпать? Он их не высыпает. Ну надо же, блин, вот реально сам подумай. Ты проверяешь заключенного, его предметы. Вот перед тобой банка вот такая огромная, с конфетами. И ты не будешь их высыпать? Ну как это? Это же бред. Это же надо высыпать. Все, проверить. Потому что там наверняка есть двойное какое-нибудь дно. Или они сами что-нибудь содержат. А тут нихуяшеньки не сделать. Вот видишь, ничего не сделать с ними. Хорошо, ладно. Хуй с ним. Но мне это уже кажется очень подозрительным. Оба-на. Оба-на. А вот это что за хуета? Что это, блядь, такое? Ты, мразь. Вот это что? Гондонище. Лезвие бритвы. Статус нелегальный. Обезопасить. Чего, блин? Я же обезопасил, почему ты его закрыл, а? Почему ты его, блядь, закрыл? Все, достал. Я бы на твоем месте вообще бы изъял целиком вот это, все его товары, чтобы, сука, было неповадно. Вот что бы я сделал. Хорошо, я все посмотрел. Типа, дальше что у нас? Взять трубку. И, типа, одобрить. Вызвать. Взять. Дальше что? Я... Так, введение в курс дела заключенных. Проверь вещи заключенного. Вещи заключенного. А где они? Я это все сделал. Я это все сделал. Прием заключенных. Держи А, чтобы обыскать заключенного. А, держать А, чтобы обыскать заключенного. Где у меня? Ага. Хорошо. Проверяем. Так. Отдай заключенным вещи с полки. А мне туда даже... А. Взять трубку. Чё? Что значит подарить? Ты охуел, что ли? Возьми припасы для заключенного, нажав У, и отдай ему с помощью У. Хуя себе, подарить. Подарить, прикинь? Подарить, блядь. Мы где находимся? В детском садике каком-то или что? Где мы? Подарить. Ебанутый, что ли? Так. Типа это я уже сделал. Дальше. Доброе утро, господин Цирик. Да заебал ты меня своим языком. Не говори вообще со мной, мразь. Вызови охранника с помощью микрофона. Хорошо, охранник. Иди нахуй отсюда. Со своим лезвием. Вот мразь, а. Notice. This area is under 24-hour video surveillance. И, короче, ты все понял. Это зона под наблюдением. 24 часа. Еще одна. Ой, блядь, один страшнее другого. Одна мразь страшнее другой. Поговорить. Рассказать тебе историю? Нахуя мне твоя история?
Я не уверен, мне это не интересно. Это история о мальчике, который потерял руку в автокатастрофе. Мне это не интересно. Но он все равно хотел научиться дзюдо. И он нашел мастера, который согласился его учить. Но этот мастер... Мне пора, все, заебал. Когда я еще не закончил? Что? Почему тут так перевели? Что здесь написано? Я половину не понимаю, когда вы пишете не по-русски. Так, короче, твое дело, заебал. Иван Жукертейн. Жукертейн. 79-й год. Мужчина. Так, действительность. Та-та-та. Американец. Отпечатки у него так соответствуют. Да, вроде все соответствуют. Иван Зухерштайн. Зухерштайн. Срок наказания 7 лет. Торговля наркотиками. Ну, не такой он и опасный. Бок С. Так, хорошо. Поиск. Сначала мы его сейчас посмотрим. И чё? Я же его осмотрел. Я его осмотрел. Как я могу одобрять ему, если он мне, сука, не дал еще осмотреть себя? Я не понимаю. Я не понимаю. Approved. Ладно, мразь, иди сюда. Что у тебя? Ко мне уже гандон один приходил с такой херней. Посмотрим. Вот это что? Что это блестит? Это наркота? Что это такое? Хорошо, хрен с ним. Е. Это мы проверили. Обыскать тебя. Присядь, сними одежду, покашляй. Покажи свои все там внутренности. Ладно, хуй с ним. Так я же его обыскал. Я его обыскал. Отдайте заключенному вещи с полки. Я только что его обыскал. Нахера мне по два раза одно и то же говорить. Так, это сюда. Хорошо, вали отсюда нахуй. Видите, как уже быстро справляемся. Уже второй пошел. Раз. Введение в курс. Хорошо, свободное время. Теперь твое свободное время. С его помощью можно играть в мини-игры, а главное выполнять обычные задания. Хорошая, конечно, такая работа, да? Обыскал двух людей, и у тебя свободное время. Выходной, по сути. Сидишь, играешь настольные игры. Дартс, еще что-то. Картишки. Когда ты замечаешь, что кто-то над головой имеет восклицательный знак... Это означает, что у него есть задание для тебя. Выполняя дополнительные задания, ты можешь заработать деньги и завоевать уважение группы. Хорошо. Другие иконки, такие как кулаки, облака, связанные с задачей, которую ты должен выполнить. Побить кого-то или поговорить. Вы можете найти больше в самоучитель. Хорошо, это понятно. Значок птицы над головой твоего персонажа означает, что ты выполнил задание, которое тебе было дано. Ты можешь поговорить с директором о вознаграждении. Охуенная работа, да? Выполнил задание, идешь к директору за вознаграждением. Провери карту, чтобы увидеть, как, где расположены доступные мини-игры. Значок геймпада. И побочные задания. Оранжевые восклицательные значки. Ты можешь пропустить свободное время, взаимодействуя с одной из лавок. Взаимодействую с одной из лавок. С лавкой, оказывается, взаимодействую. Понял? Ты понял? Ты меня понял? С лавкой. Взаимодействует. Доступных в коридоре. Через некоторое время ты сможешь сразу перейти к следующей рутине в твоем расписании. Ба-ба-ба-ба-ба. Так. А, понятно. Смотри, как много всего, да? Геймпад. Типа там... Желтенькое, это что такое? Вот это что такое? Что такое желтенькое? Так, свободное время. Тюремная прогулка. Находки. Так я же лезвие нашел. Где лезвие здесь? Я же его нашел. Мои карманы. Легальные, нелегальные задачи, карта. Ну ладно, хорошо. Нам нужно тогда идти сейчас к геймпаду и там провести свое свободное время. А давайте-ка мы пойдем. Вот стрельба, 50 метров, да? Постреляем. Почему бы? Я не хочу. Свободное время не пострелять. Ускоряемся. Это что такое? Недоступно в прологе. Хорошо. Так, ты можешь купить еду, если она тебе нужна. Еда продлевает твои хпшки. Зайди в автомат и выбери что-нибудь по умолчанию. Выбери нужный продукт, выбери количество и подтверди покупку. Чтобы иметь под рукой еду, перейди по ссылке оборудования. Перетащи еду по своему выбору в свободное место. С этого момента можно использовать это, нажимая на горячую клавишу.
Так, еда, да? А, это что, вы, вот это называется едой, да? Это еда, по-вашему? Ну, ну, спасибо большое. Это охуенная еда. Автомат с колой, который продает, кроме напитков, еще и что это? А, сигареты, силовые шарики, быстрая и питательная закуска. Лечит силовые шарики, охуеть можно. Как это купить? У меня денег ноль. Не, подожди. У меня же деньги 100. Я же могу купить силовые шарики? Купить, да? Типа, что? Давай два. Подтвердить. Пек. Попить. Ну, пусть будет это, вот этот напиток, я не знаю, похоже на колу. Пусть, нахера мне так много предлагаете? Мне нужна одна баночка. Зачем мне 8 банок с собой таскать? Зачем? Я не понимаю. Сигареты. Ну, тоже могут пригодиться. В тюрьме, я так понимаю, это достаточно... Это даже может сойти за валюту. Так, тут что? А где мои сигареты? Подожди. А, нелегальные, вот они. Я уж испугался. Можно купить это. Ну, давай два возьмем. Да? Ну, и вот это. Не, что-то много жратвы. Может быть, нам еще деньги пригодятся. А я сейчас уже все спускаю на вкусняшки. Ням-н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 ям. Если ты и любишь поесть, и смотришь этого видео, и сейчас ешь, приятного тебе аппетита, человек. Так, где, как мне пострелять? Я здесь в медпункте, мне здесь нечего делать, я хочу пострелять. Так, мне на... Так, я прошелся по кругу, я так понимаю, да? Надо вот сюда. Дверь. Че так много дверей-то здесь? Я охерею просто. Я просто охреневаю с количества дверей. Я не могу найти свой пистолет. Подожди. Пистолет, лавка. Не, не сюда. Карта, где у нас карта? Где вообще я нахожусь? Вы вот не могли меня пометить? Вот ты находишься здесь, чтобы понимать, куда идти. Хуй знает, куда здесь идти. Вот ты знаешь? Ты понимаешь? Ее не приблизить, с ней ничего не сделать. Пизданулся. Вот такая тупая, неудобная карта. Это душ. Я сейчас просто не понимаю. Ага, тут какой-то семинар проходит. Хорошо. Семинар, это всегда хорошо. Станешь умнее. Так, это здесь я уже был. Это комната досмотров. Так, тут можно покачаться, да? Давайте посмотрим, что у нас за качалочка здесь. Что у нас здесь за качалочка? Так, свободное время спортзал. В тренажерном зале можно развивать свою статистику до тех пор, пока приобретено соответствующее оборудование. Пока что можешь разработать выносливость, потренировавшись на скамейке. Подойди к скамейке и взаимодействуй с ней для запуска. Заебись, да, среди заключенных тренироваться? Ну, нормально, хорошо, погнали. Нажимайте поочередно клавиши влево-право со стрелками. Хорошо. Ой, чё? А чё нет-то? А, подожди. А, вот эти. Ага. Слишком быстро. Слишком быстро что? А, вот типа вот так надо, да? Я слишком... Ну давай, да, блядь. Очень хорошо, да-да-да, заебок. Три. Четыре. Болеем за него! Четыре, бля, давай, пять! Шесть! Сколько там вес-то у тебя? Просто гриб, что ли, поднимаешь или что? Я не видел, что ты блины вешал. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11. Вообще 12 делать, какой смысл? Он что, на рельеф работает? На выносливость тогда уж делал бы больше. 20. А если на объем, то раз 8 достаточно. Так, тюремный двор. Подожди, предыдущий. Рутина, тюремный двор. На дворе твоя главная задача — следить за подозрительными ситуациями и реагировать соответствующим образом. Предупреждением, прямым принуждением или дисциплинарным наказанием. Следи за ненадлежащим поведением и другими отклонениями от нормы, такими как подкрадывание, драки, подозрительные беседы, уничтожение имущества или мочеиспускание. Если там относительно тихо, можно немного расслабиться, но тогда есть риск, что что-то пропустишь. Обрати внимание на время. Для положительного завершения рутины необходимо разрешить заключенным находиться на открытом воздухе в течение установленного минимального периода времени. Однако, если позволить им остаться дольше, это положительно скажется на твоем проценте уважения. Ага. То есть, если они дольше отдыхают,
они ко мне будут более уважительно относиться. Ну, вес тут, конечно, смешной просто. Ну, 50 кг максимум. Что, блядь? Ты охуел, блядь? Это ты мне, брась? Не мешай мне, а то я перестану быть милой. Ну да, сука. Ну да, да, милая, ты очень милая. Следи за своим языком. Или что, но все равно в жопе. Словно режиссера не значит. Слово режиссера не значит ни хрена. Мы здесь авторитет. Какого режиссера, что за ебнутый? Во дворе наблюдай за драками, незаконной торговлей. Ага. Так, у этого что на башке горит? Геймпад, это мне с ним можно поиграть, что ли? Хочешь сыграть? А что сыграть с тобой? Во что сыграть-то, черт? Я ведь не это имел в виду, я думаю о ставках. Поднимание штанги в положительное время. В положенное время. Каковы условия спора? Итак, я и мои приятели не думаем, что ты выжмешь штангу 15 раз за 60 секунд. Ага, и че? Так что на что спорим? В следующий раз, давай, я сейчас не готов. Эх, я знал, что ты трус, приходи, когда станешь мужчиной. Поэтому охуел, блядь. Я приду, когда я стану мужчиной. Ты об этом сильно пожалеешь, гандонище. Так. Баскетболь. Событие пожар. При возникновении пожара необходимо реагировать быстро. Найди ближайший огнетушитель и возьми его. Направь поток огнетушителя на огонь. Ага. Когда заключенные ведут себя вопреки правилам, дисциплинируй виновного. Например, кто-то, кто начал драку или напал на нас. Но сначала нужно успокоить его дубинкой или электрошокером. Иногда достаточно простого разговора, но в большинстве случаев нет. Выбери рацию и подойди к агрессору. Используй рацию и выбери одно из доступных наказаний. Заключенный получит штрафной маркер над головой. Этот персонаж не может быть подвергнут никакому другому наказанию в тот день. Если ты выбрал наказание в виде одиночного заключения, то в конце крутины поговори с наказанным заключенным и отведи его в отмеченную одиночную камеру, а затем запри дверь. Охуенный, да? Я это читаю, а там сирена, пожарище, все горит. А я просто читаю. Самоучитель. Ну понятно все, дальше... Да ее заебал. Чтобы закончить рутину, выбери команду «Сбор». Типа «Таб». Чтобы собрать людей, теперь можешь идти на перерыв, об остальном позаботятся другие охранники. И какая мразь это сделала? Ты че, блядь, охуел? Че происходит вообще, не понял? Что, блядь, происходит? Почему он на меня напал, а я ничего не могу сделать? Да, блядь, он охуел, что ли? Надя въебала, блядь, остынь. Я с ним ничего не могу сделать. Вот в этом проблема. Он меня атакует. Он меня атакует. Я нихуя не могу сделать. На тебе, блять. Что происходит, сука? Как мне? Как мне? Подожди, я не понимаю. Почему я никак... Да, блять, выкинь ты, сука, свой огнетушитель. Нахуй тебе нужен. Подожди, дубинка. Где, блять, дубинка? Где моя, сука? Все, тебе пизда. Я сейчас тебя отхуярю, мразь. Для выполнения атаки нажми. Ага. Для проведения силовой атаки... Ему пизда, короче, ребят, ему пизда. Он сам напросился, ты сам все видел. Я пытался его задушить, он, мразь, не реагировал. Ну все, и ты, урод узкоглазый, иди сюда. Где этот гандон? Где этот гандон? Да бей ты, блядь, его! Ёбни ему, блядь, хорошенько. Да бей его, на. Он встал, это его взбодрило, слышишь? Этот гандон просто охуел. Он просто охуел, ты видел? После того, как ты выполнил все запланированные действия или непредвиденные обстоятельства, отправляйся в комнату для инструктажа, чтобы закончить день. Задача выполнена. Тюремная прогулка. Ну да, нормально. Хорошо. Раненый заключенный. Иногда заключенный может получить тяжелую травму в результате драки или косы. Пиздец. Или косы. Драка или коса. В этом случае следует как можно скорее обратиться за помощью. Возьми рацию, подойди к пострадавшему и вызови помощь. Соответствующие лица позаботятся о раненых жертвах. В крайних случаях у раненого заключенного может быть кровотечение. Если помощь не будет оказана вовремя, он может умереть. О погибшем заключенном будет сообщено, как и о раненом, но его тело будет перевезено в морг, не позволяя слишком многим людям умереть за слишком короткое время. Когда икона звезды появляется над заключенным, это означает, что он просто потерял сознание. Через некоторое время он встанет сам. Хорошо, так.
Блять, столько информации, ёбнуться можно. Ну это первый день, хуй с ним. Первый день можно. Что с тобой, долбоёб? Подожди, как мне оказать тебе помощь? Вот сюда. Я с ним говорю, ничего не происходит. Где люди-то? Я вот пытаюсь помощь оказать, а никто не идет, видишь? Даже не активно. Ему нужна, сука, помощь. Как мне убрать эту ебаную дубинку? Подожди, сюда. Просто руки, да? Так, поговори с ним. Как? Поиск. Что у него есть? Ничего нет? Прям по нему ходит, да, прям по голове. Нормалек. Нормалек. Так и надо. Так и надо поступать. Ну, блядь, ну как-нибудь это будет реагироваться, нет? Иди в зал совещания, поговори с охранником. Ладно, похуй. Видишь, никакой реакции. Я пытаюсь ему помочь, вызвать там охрану, а ничего не происходит. Потому что у меня есть задание. Вечерний инструктаж. Иди и поговори вот сюда. А остальное... Похуй вообще на остальное. Кто-нибудь умирает, раненый, вообще насрать. Иди и прослушай инструктаж. Вот так вот. Слишком мало энергии. Так, слишком мало энергии, я так понимаю, мне надо что-то съесть. А как мне съесть? Подожди, как мне... Так, электрошоковый пистолет. Так, мне пока не нужен, все хорошо. Легальный. Как мне съесть батончик? Есть, ага. Все, энергия есть, да? Нормально? Нормально. Энергия у меня теперь есть. Где зал? Я не понимаю, тут по карте это ебаный хуй, что найдешь? Похоже на это, нет? Не то. Не то. Это не тот зал. Нам вот сюда. Давай. Ребят, слушай, не подскажешь? Где зал? Где у вас зал совещаний? Хуй его знает. Я ищу. А, тут мразь. Ах ты мразь. Он мне не помог. Он мне вообще никак не помог. Понял? Так, это душ. А, вот сюда. Я так понимаю, что ты уже все сделал. Да, я все сделал. Да, на сегодня все. Че, вся музыка? Охуеть. Вся музыка, это была вся музыка. Так, деньги, твои деньги. $119 плюс $19 в день. $19. Уважение. Уважение охранников плюс 6. Уважение заключенных плюс 1. Риск мятежа минус 1. Вот я так справился, я умничка. Игра автоматически сохраняется в конце дня. Хорошо, день прошли, давайте тогда на этом мы сегодня закончим. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на паблик. Все, друзья мои, всем пока.